У старшего сына Людмилы Бурмистровой день рождения. Визит волонтеров для семьи стал настоящим сюрпризом. Продукты, которые они принесли, оказались очень кстати, признается многодетная мама. Женщина воспитывает 4 детей, поддержка им сейчас нужна. Помощь огромная, потому что, да, мы себе, к сожалению, такое позволяем крайне редко. Прям для нас это праздник сегодня. Спасибо большое. Благодаря всероссийской акции «Мы вместе» волонтеры доставляют продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы поддержать их в период пандемии. Собирают самое необходимое – крупы, подсолнечное масло, сахар, соль и сладкие продукты. Все это купили неравнодушные жители Самары. Тележки добра стоят в гипермаркетах города. Пополнить их может любой желающий. Мы помогаем людям, чтобы у нас было меньше заболевших, чтобы все думали о своем здоровье, чтобы меньше выходили из дома. Поэтому помогаем с продуктами, лекарствами, оплатой счетов, вынос мусора, любой помощи, чтобы людям было легче. Готовы протянуть руку помощи и владельцы частных сыроварен. Например, благотворитель из Волжского района каждую среду выдает 20 литров молока, по 10 килограммов творога и сыра. Молочной продукцией уже обеспечили свыше 30 семей. Мария Ильчан, Василий Колдашов, «События».